Основателям придется сдаться. А если нет? Если Макаэна не даст им распустить охрану? Основатели построили ковчег, а мы держим его на плаву. Они приютили нас, но считают за рабов. Мы слишком долго подчинялись. Если они не дадут нам связаться с внешним миром... Да, но я думаю... Эй! Может, есть другой способ. Это они не дают нам жить. Не будет людей, не будет проблемы. Ладно. Они сами напросились. Спросите их.